одной работы нет, чтобы я это делал без чего-то аккомпанирующего. Мороз по коже внутри. Внутри этой кожи тоже мороз бывает. И потом это сподвигает вот к чего-нибудь деланию. Процитирую Бориса Пастернака. Он всегда говорил: цель творчества – самоотдача, а не шумиха и не успех. Я просто художник. Эти все главные. Просто художник. Чем черный цвет и белый цвет не цвета? Это два основных цвета вообще. Когда-то один священник сказал, что живопись – это иконопись, потерявшая Бога. Вот задача любого художника – эту дорогу найти. Что я и делаю. Опять же, пафосно. Ну, я перед вашей камерой не могу не пафосно говорить. Создавая что-то руками вот, в изобразительном искусстве, нельзя обойтись без поэзии, без взгляда, вот, кино, без того же театра. Все это синтез. Тут театр, я бы сказал пафосно, что все. Это мой второй дом. Пусть тривиально звучит, но это так. Грустный факт в моей жизни. Сердце, у меня был инфаркт. Ко мне стали относиться немножко щадяще. И уже темп, естественно, не такой. Один спектакль в год, ну максимум два. А сейчас вообще штиль. Театр осетинский конкретно, без таких, как я, может просуществовать сотни лет. А вот я без него нет. Я понимаю, что первая скрипка в спектакле – режиссер. Но они частенько забывают, что художник – это соавтор. С ностальгией вспоминаю работу с Хугаевым Георгием Дементьевичем, светлая ему память. С Маратом Мерденовым, молодым еще там. Бывали такие. Век короток у театра, вот всплеск какой-то, 10-15 лет. А потом забвение столько же лет. Потом приходят новые люди, и вот так вот, по такой спирали, вот любой театр существует. Застал это чудо 10-15-20 колоссов и титанов осетинского театрального искусства. Я их застал. И с некоторыми из них я успел подружиться. Сейчас к нам пришло поколение молодых, талантливых ребят. Я рад, что у нас пополнение такое. Тоже вырастут не меньшими именами, я уверен в этом. Карла Маркса 77. Это тут маленькая пирамидка называется. На этой улице сейчас существует Осетинский театр. В свое время, начиная с 30-х годов, его, по-моему, трижды пытались, но в конце концов разрушили господа большевики. Вот. А на его месте построили театр. А это как бы память об этом прекрасном, огромном Тынгинском соборе, который был на территории нашего города. Вот. Так что сейчас молитвы – это интимный, конечно, процесс, но помимо всего прочего, я всегда молюсь за наш театр, за наших сотрудников. Это честно. Молюсь за наших сотрудников, ни в чем не виноватых, чтобы нам Господь, вот нам потомкам, простил этот факт.
Вроде бы простил. Снеговик. Что должно быть в коляске? Кто должен быть в коляске? Большевики нам предлагали вот это. Ну, это образно говорю. У меня традиция, все мои эскизы, в основном все эскизы, я всегда дарю режиссерам. И они у них дома. Ну, или где-то, где они обитают. У меня что-то сохранилось, но это весьма незначительное. У меня, к сожалению, не сохранились ни театральные афиши. Я обожал делать когда-то театральные афиши, и еще вот до этой, кстати, компьютеризации. Было хорошее явление у художников-графиков. Очень интересно афиши театральные делать. Увы, это время прошло. Родная дочь – это вот графика. Поэзия – вторая родная. А сценография – это моя приемная дочь. Пожалуй, в армии начал писать. Да, тогда начал писать. Но очень долго никому ничего не показывал, все было в стол. Из меня это вытянул когда-то, вообще вот из стола это все вытянул. Когда-то писатель Тотров, Руслан Тотров, светлая ему память. И он не редактируя, напечатал в двух или в трех подряд журналах «Дарьял» мою писанину. Скромность – это путь к неизвестности. Господи, ну, стал ты известный, дальше что? Когда-то Высоцкий задавал риторический вопрос. Что бывает со сказкой, когда ее уже рассказали? Что бывает? Пустота, опустошение. Нужна новая сказка. Вот у меня было 7 персональных выставок. Хотел сделать 8-ю юбилейную, не получилось. Увы, получится. Хорошие люди помогут. А их масса на земле. Большинство. Мне важна атмосфера, важна собственный фэншуй внутренний. Художники – это самые молчаливые люди на Земле. Мы люди одинокие, мы работаем тет-а-тет с самим собой, со своими мыслями. Поэтому я в театре особо, вот когда я занимаюсь не сценографией, а графикой, там, какими-то своими делами, там, или что-то пишу, мне важно быть, я закрываю то место, где я бываю в театре. Я люблю старый рок-н-ролл. Назарет, Pink Floyd, Цепелин, Led Zeppelin, Deep Purple, Битлов обожаю. Я люблю русский рок, Шевчука, Кинчева, Гребенщикова, Цоя. Земфиру, особенно Земфиру. Ну, это благодаря дочери, она мне открыла когда-то Земфиру. А что касается возраста, то друзья у меня совсем молодые люди, от 25 до 35 лет. Друзья моей дочери, мои же друзья, я их очень люблю. Но на этот возраст я себя ощущаю. Если бы не мои болячки, я бы сейчас вот вам тут фокстрот сплясал там или чарльстон какой-нибудь. Но, увы,
дает о себе знать. Это немного про мою лихую молодость. Осень 81-го. Будто было вчера или не было вовсе. Самодурно пестра старомодная осень. С головы до пят в золотистом и красном. Свой тропический яд желтый делит с атласным. А в горах синь лазурь с кляксой вен бездорожья. Эклектичная дурь заспиртованной ложью. Пропасть хлопает дни по щекам и не где-то. От сожженной брони тишина и скелеты. Страх потерян давно, высоты и не почты. И того, что дано или будет подстрочно. Утром гнет сигарет ветер в шалой атаке. И оденется в цвет первобытного хаки. Вера бросится в жар, явь и навь в неизвестность. Всех ли ждет тротуар, снег, покой и уместность. Юность слишком быстра, отдает и не просит. Все бы было вчера, если б не было вовсе. Я обожаю эту форму. Я вообще пирамиды люблю, у меня их вон масса целых. Это нечто сакральное, нечто напоминающее крышу, цоколь, башню, купол церкви. Я обожаю этот полет вверх, вертикаль. Так же, как квадрат, так же, как шар. А это из последних, вот за последних, грех говорить, из крайних моих работ за последний год. Это вот нулевой километр. Обожаю колокольный звон. Из всех звуков один из вообще производимых. Это один из самых моих любимых. А это квартет. Предлагаются людьми прагматичными делать эфирным таким людям, как музыкант, художник. Займись-ка делом. Вот они занимаются. Вот эта работа особо моей дочуре нравится. Геликон. Я обожаю таких чудиков. И счастье, что я их знал в свое время. Для творчества мне нужна хорошая погода. А так как она для меня всегда хорошая, то у меня нет проблем с вдохновением. Мое вдохновение – это Дарина Туганова, внуча, Диана Кубалова, доча, и Ирина Балашова, половина моя. Вот все так просто. В созданиях. Сначала вот этот экспромт, который я написал, ожидая свою половину, буквально на перроне. Нет сигарет, последняя, кофе ее, лучше к чаю, что-то приходит посреднее, я по тебе скучаю. Тихо живу, не трогаю, утро, как все, встречаю, а рассказать немногое, я по тебе скучаю. Счет не открыл тщеславию, выше, чем стался, не чаю. Справа иконку подправлю я по тебе скучаю. Без козырей, прокураторов, сам себе срок назначаю. В слабом вулкане без кратера, я по тебе скучаю. Это помпезная златая, осени не замечаю. С крыльями, но не крылатая, я по тебе скучаю. Время стоит обиженно, я его жить поучаю. И далеко не книжными, я по тебе скучаю. Нет сигарет, последняя, кофе илью, ее или к чаю. Бросить бы в раз, но преследует, я по тебе скучаю. Моя супруга, это первый человек, которому я показываю все первое. Вирши ли мои, графика ли там, любая работа. Это первый человек,
Это мой добрый, мягкий цензор. И где-то редактор. Ну, иногда что-то пишу, не обращая внимания на ошибки. Она мне их корректирует, редактирует. Но я не про ошибки, она про смысл. Она первый. И дочь. Дочь, естественно. Ну, дочь более суровый такой критик. Но в точку всегда. Чтобы понять ребенка, нужно присесть на корточки. Это такая полоса почемучек. Вот. Деда, а почему это, почему то? Иногда, такой тупик иногда поставят. У меня, кстати, есть одно стихотворение, я потом прочитаю его. Я на набережной, прямо при ней все это написал. Мы сидели и смотрели высоко в небо. И там было 7 тучек. И мне внучка, и с внучкой мы фантазировали. Ну, это многие так делают. На что похожи эти облака? И вот она только называла вот это, там, динозавр, там, синяки, я же не помню. У меня все это в стихотворении есть. Ну, там такая фантазия. Вот он скажет, там, какой-то тиранозавр, думаю, господи, а потом приглядишься, ведь действительно. Только ребенок это может увидеть. Прогулка. Ранняя желть на асфальте столетнем, втоптана так, что бессильна гроза, лавки подсохли, готовые к сплетням, небо в аренду взяла бирюза. Ветер настройщик проснулся и вяло, нотные споры с газонов погнал. Небыль бочины были не понамяло, вымучив тучам желанный сигнал. В этой, чуть месяца бледного ниже, если прищурится профиль слона, в той, что к звезде одинокой поближе, лисья мордаха яснее видна. В третьей, над белой папахой вершины, что-то лихое от взлета орла. Слева четвертая, в виде павлина, веер его зацепила скала. Это в масштабе 1 к 1 триллиону, божья коровка, по пятнам 2 лет, меньший размах парусов махаона, если окрасить его в 1 цвет. Ветер все сдул, и осталась лишь тучка, без аналогии, только 7-й. Это мечта, озадачила внучка, тихо шепнув по дороге домой.